Ну что, баста, хомячки. В Молдавии объединились русский народ с молдаванцами, подъехали к отелю, где находится много беженцев. Перед отелем стояло много машин на украинских номерах. Все ваши Porsche, Tesla, все ваши жирные тачки были просто в хлам расхерачены. Пооткрывали капоты, пообрывали все провода, все поперерезали. Теперь ваш нерукотворный памятник будет стоять там в виде хлама. Вот его и разрисовываете в разные цвета. Потом они поднялись в отель, разбили все двери, всем быстренько заказали собрать вещи. И предварительно было подготовлено два грузовика. Посадили всех в машины, увезли на вокзал и дали просто пенька. Так что на всех на вас найдется управа. А вы, дорогая девушка, говорите мне, валить в мою Россию. Я вам больше скажу. Я в России даже никогда не была. И зачем мне куда-то валить? Я не кричу на каждом углу, что я патриотка своей страны. Оттуда, откуда я приехала, слава богу, войны нет. И я не устраиваю здесь беспредел. И мне куда-то валить зачем, не понимаю. Мне что-то нужно защищать? На моей родине спокойно, слава богу. Я против войны, конечно. Но я здесь. Никого не заставляю разговаривать на моем языке. Не развешиваю свой флаг. Не разрисовываю памятники. И я не устраиваю здесь беспредел и полный срач, как устроили вы. Я еще раз повторю, что я не говорю за всех. Есть нормальные люди, но есть просто быдло, на которых уже нашлась управа. Германия уже готова. Так что все, кто будет ездить на украинских номерах, ребятки уже готовы к этому. Просто будет хана всем, потому что вы достали всех. Если вы не умеете себя вести нормально, вы будете получать то, что заслужили. Поэтому вообще с чего вы взяли, что я из России? Если я говорю на русском, это не говорит о том, что я россиянка. Если вы будете жрать бананы, я же не говорю, что вы обезьяна. У меня ребенок говорит на трех языках. Включая английский. Это же не говорит о том, что он американец. И вообще, почему бы вам в Америку всем не свалить? Она же ваш друг. Так защищала вас. Ладно, я не против беженцев. Ведите себя как люди просто, вот и все. Это так элементарно. Так что собирайте, хомячки, свой попкорн. Кино закончилось.